представить, как пытаются непрофессионалы, любители резать чуть-чуть потолще дровишку, полусухая, полумокрая, с не слишком профессиональным топором. Ну, начинаем. Края. Ой, не попали. Ждем 5 минут, пока вытащим. Пока посмотрите по краям. Вот так. Да. Рекламная пауза. Да, рекламную паузу включите. Поле, 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 поле чудес. Это не обязательно повторять. Это видео не для слабонервных. Да. Ну, продолжим. Что-то треснуло. Ну, вытаскиваем. Конечно, нужны зубилы, там, что-то такое. Ну, идешь к бабушке в столицу Кишинева, сам не имеешь ничего такого, чем что есть под руку, врубаешь. Вот. О! Первый кусочек. Это очень вкусно. Начало года петуха. Кто знаком с ним? Да. Второй пошел. Ну что, поищем третьего. Да, здесь уже нужно по чуть-чуть вытаскивать. Ну что, лучше с молотком, чем с топором. Благое дело. Спасает. Хорошо. Во, сейчас я слишком не в край. Хотите мучиться, бейте в середину и целый день там останетесь. Хотите быстрее бабушке помочь и уйти куда-то, ну не прочь, ну домой или на работу, если имеете такое благое дело. По краям рубите смело. Ну, как видите, наш большой кругловатый древеносный объект содержания уменьшается. Ну, и наша рубка продолжается. Ну что, голодный, хотим большой кусок. Вот. Да, не попал, не бойтесь. По ноге. Только джинсы вытер. Ой, это вы совсем. Такого никогда не делать. Что можно сказать? Вчера была суббота. Да, было классно, кто был в церкви. Кто нет, постарайтесь следующую субботу. Приглашаем. Диму, какой номер? 13/7А. Вау, вы слышали? Это секретарь собственной персоны вам сказал адрес. Так, приходите. У нас по субботу, по вечерам молодежные встречи. Не говорю, что весело, но радостно. И мило. И полезно. Вот и бабушка, тетя Валя, хозяюшка. Так, мы снимаем. Вот наша драгоценная тетя Валечка. Так, а это Николай, второй дровосек. Хорошо, когда есть вторая смена. Наши ребята молодцы, они почти заканчивают. Жалко, мы не сняли, сколько было в начале. Ну, так примерно, как это, не знаю, сколько, два ряда.
А можно поснять, что, сколько было, столько вырезано. Сложено уже. Чувалечка, все нормально. Ребята поставили цель закончить, поэтому вы не мерзнете здесь. Ну-ну-ну, ей фак очести, это я тебе, Мич. Армаз, он дой трей патру чинч. Макуэц. Опа, опять не туда. Ну-ну-ну, акума ора уну шичева. Так что, будем ловить края. Вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Конечно, забыло, было бы легче. Было бы веселее, бы радостнее, бы экономнее насчет времени, но кризис повсюду. Хорошо, что руки есть и голова на плечах. Но никогда, не всегда ее пользуемся, простите. О, другой кусок сломался. Опа-на, мы дали больше, но можно. Будто ломается. Да ну надели клейку. А, это случается на производстве, не только на домашнем. Мы производим бумагу. Вот так мы не играемся. Мы идем к цели. Цель – это далекая сейчас. Хочешь, что сейчас по чуть-чуть дойдем до... Топоришка себе, хочешь в отделе дать? Топоришка с носкрыт, ну. Один еще как. Есть, есть. Да-да, топоришка. Вот. Ура! И продолжаем вырезку. У нас не парикмахерское, но хорошее предприятие. Это волонтерство называется. Так, засунем эту штучку, железячку, кто знает, как ее называется. Оба-на, здесь слишком много взяли. Вытаскиваем лучше. Ну, натреснуло, но... У оператора замерзли руки. Да, классно, молодец. Одеваем перчатки. Молодец, одевай. И снимаем дальше. О, наши исторические события. Да. Это не калифорнийский разлом. Или Лос-Анджелес. Разлом Лос-Анджелес. Ты смотрел? Нет. А нет, что это? Этот может сломаться. Так лучше. Бомбет гроз. Да. Ну, Мари, Мари, еще я. Мари. Бабушка предлагает нам бомбет гроз. Это что означает? Что нужно слушаться старших. Попробуем бомбет гроз, чтобы... О! Да, только чуть это бэт гроз. Вот что значит пересуриши экспириенса девятся. Да-да-да. Вот. Да, катальная мотали. Сколько лет бабушке? Да, как это? Да, вот. Шесть за шесть. Да, я. Так, шесть за шесть.
Оп-деш-патру. 84 и еще Фатамари. Так как говорится. Нам интересен оп-деш-патру. Она уже 3-4 года должна Богу, как говорится. Псалом 89-й. Говорится, что ну, живем 70, по большей крепости 80. Значит, все, что за, это да, уже да, благодать, ну, подарок. Опа, нужно вытащить. Так, сильнее. Видите, такое акробатическое представление. Нужно сохранять топор. И он так остается целиком и невредимочком. Спасибо, дорогой. И что дальше? Уголочек. Потом другой уголочек. Нет. Еще кусочек, только нужно его выбить. Да. Нет. Не-не-не, все нормально. Травальчика. Спасибо. Идите в дом, а то замерзнете. Да. А можете пойти прогуляться, посмотреть, сколько было рублей до сих пор в том краю где-то. А вы пока вы придете, я быстро спрячу. Да. Слышишь, я хочу дать детей мне. Ты возьмешь? А, хорошо, я отдам в церкви. И ага. Напишешь мои фамилии. Ну да, когда и зайдем в дом уже, договорились. Да. Я сейчас хочу просто ребят поснимать чуть-чуть. На телефон видео сделать, а потом поговорим. Ага, хорошо, без проблем. Так, давайте посмотрим уже результат труда. Ого-го! Этот сарай был пустой пару часов назад. Сейчас он полон дров. Вот он был примерно такой и даже еще попустее. Молодцы, ребята. Это наша тетя Валечка. Так, вот здесь она живет. Вот здесь 3 недели назад было очень много снега. Но Дима здесь все расчистил. Даже сделал дорожку до собачки. Сейчас наши доблестные Николай и Андрей совершают другой подвиг. Снабжают бабушку теплом. Ей было тепло и уютно, потому что наступает февраль еще, полмарта. Надо греться. Молодцы, слышу. Да, как раз сейчас Андрей греется, а Коля замерзает. Потом они меняются. Упало что-то? Это закон притяжения. Так, несчастный случай. При съемке наша камера потеряла.